Что ж, а теперь на эту сцену выйдет Илья Попов, который создал великих и ужасных и прекрасных смешариков. Вкратце про себя. Мне 38 лет, я занимаюсь бизнесом все время, сколько вообще себя помню. Четко решил для себя, что я хочу создавать собственный продукт. В результате мы добились своего, и сейчас сериал выходит уже в 70 странах, переведен на 20 языков. Ежегодно он показывается на телеканалах, выходит в эфир более 6000 раз. За несколько лет мы сформировали базу, в которую у нас вошло порядка 100 наших ключевых партнеров. Мы стали выпускать, сейчас выпускаем уже более 6000 продуктов в 35 товарных категориях. Мы стали группой компаний Рики, которая на сегодняшний день входит уже 18 бизнес-единиц. Это различные бренды, многие из которых уже стали известны в России и за рубежом. А мы сотрудничаем практически со всеми ключевыми медиахолдингами и телеканалами. А что из всего этого можно извлечь? Я постарался вот буквально в двух слайдах описать основные такие моменты. Перед тем, как выходить на любой зарубежный рынок, сначала как минимум стоит не пожалеть времени и ресурсов, и как можно глубже его изучить. Ездите на все отраслевые выставки, ищите любую доступную для вас информацию. Чем больше информацию будете обладать, тем эффективнее вы сможете обеспечить свой выход. То локальный успех в России не является достаточным маркетингом для того, чтобы легко и смело можно было завоевать весь остальной мир. Привлекайте локальных экспертов, причем экспертов не тех, которых теоретиков, тех, кто действительно работает в реальном бизнесе. Опять классный, крутой специалист в России, он может быть гением, но если не знает языка, это может быть большой проблемой для компании. Обеспечивайте цифровую трансформацию. Действительно, сейчас то самое уникальное время, когда мир изменился, но по-прежнему еще 90% людей либо до конца это не понимают, либо не понимают, как это применить. И те, кто находит правильные пути цифровой трансформации сейчас, они оказываются впереди. И, собственно говоря, это позволяет им сильно не только опередить всех, но и завоевать действительно весь мир.